Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 195. Прочитайте текст. Щит Москвы. Город Смоленск старше Москвы, Владимира, Суздаля и Пскова. Первое упоминание о Смоленске в летописи относится к 863 году. Это был один из крупнейших городов Руси, контролировавший путь верховья Днепра. О нем писали как о большом и многолюдном городе. Следуя с севера в Византию, торговые гости никак не могли миновать Смоленск. Лесной стороной была Смоленщина, и много строили здесь из дерева. Но всегда была богата эта земля и другими строительными материалами – глиной, песком, гравием. И в пору своего экономического рассвета стал возводить Смоленск одно за другим каменные сооружения. Постройки эти создавались из большемерного кирпича, и красотой своей ни в чем не уступали сооружениям Киева и Новгорода. Пастухова, какова основная мысль текста? Какие из выделенных слов являются заимствованными? Выпишем слова с пропущенными буквами и со скобками, объясняя орфограмму. Основная мысль этого текста, что необходимость внимательного отношения к истории родной страны. Слово «экономический» происходит от древнегреческого, орфограммы, которая встречается в данном тексте. О Смоленске. Смоленск. Мужской род, второе склонение. О чем? Предложный падеж, поэтому окончание «е». Летопись. Слово женского рода, заканчивающееся на мягкий знак, поэтому третье склонение. Падеж предложный, но окончание всегда «и». О городе. Город – это второе склонение. О чем? Предложный падеж «е». Орфограмма безударное окончание существительных. Относится. Относиться. Это глагол. Второго спряжения, поэтому пишем с буквой «и». Контролирующий. Контролировавший. Проверяем. Контроль. Верховье. От слова «верхний». Торговый торг. Миновать. Минуть. Строительные. Стройка. Данный орфограмм. Возводить. Возводят. Создавались. Создание. Это проверяемые безударные гласные в корне слова. Большом каком, окончание ом, многолюдном каком, ом, ем, безударное окончание прилагательных, не могли, не уступали, не с глаголами, пишем отдельно. Песком, здесь, каменные, создавались, из кирпича, это непроверяемое гласное или согласное в корне, словарные слова. Расцвета, приставка заканчивается на «с» перед глухим согласным. Ни в чем – это частица, ни в чем – это предлог. Понравилось видео – ставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания – оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.